Вторую молодость переживают пенсионеры из Новоуральска. Песня «Чумачечая весна» в их исполнении буквально взорвала интернет. О хип-хоп-творчестве ветеранов расскажет Татьяна Григорьева. «Чумачечая весна» от певцов, самому юному из которых 55, вскружила голову не только зрителям, но и самим вокалистам. Несколько месяцев хор ветеранов держал оборону. Исполнять хип-хоп вместо привычной классики казалось сумасшествием. Первая реакция была, конечно, отрицательная. Ну как так, мы уже в годах, мне 73 года. В наши годы за такую песню какая-то чумачечая на самом деле. А потом она постепенно начала нас, так сказать, выдавливать раба из нас. И постепенно убедила, что нужно попробовать. Песня так завела Валерия Горяева, что, говорит, не спал ночами. Результатом бессонницы стало решение попробовать себя в роли Потапа. Хор для него – вторая молодость. В школе он играл на трубе и альте. Сейчас бывшего преподавателя технического колледжа на улицах окликают знакомые. Поздравляют. Ролик в интернете стал популярным. Хотя премьера песни состоялась год назад на концерте в честь 25-летия коллектива. Только запели припев, вот просто взрыв эмоций в зале, громко стало, шумно стало в зале. Мы выгнали за кулисы, там все снимали на телефоны, на камеры, ну, кто с чем, видимо, пришел. И просто аплодисменты нескончаемые на протяжении всей песни. Теперь телефон руководителя разрывается от звонков. Спрашивают, как записаться в хор. Но «Чумачечая весна» скорее исключение из правил. Репертуар коллектива – это классика и песни военных лет. И все же теперь вокалисты готовы к любым экспериментам. Скоро Новоуральский дом культуры отметит 60-летие. Концертмейстер выдвинула идею спеть на иностранном языке. После репетиции участники хора не расстаются. За чашкой чая обсуждают будущее выступление. А как вы думаете, какую песню имела в виду Татьяна Валентиновна, говоря про иностранную песню? Ну вот, когда перебираем языки, нам кажется, ближе всех английский. Но тут вот предлагается это вот итальянский язык. Он такой напевный вроде, да? Да. Главный да. Такой. А мне кажется, все-таки Белочаева она возьмет. Думаешь? Ух ты, думаю. Белочаева, 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 Татьяна Григорьева, события ОТВ.